У часовни в честь Александра Невского в сквере областной научной библиотеки состоялось молитвенное стояние в поддержку возвращения исторических названий проспекту Фридриха Энгельса и Георгиевской площади. В молебне приняли участие 27 священнослужителей. Надеемся, что наша молитва будет услышана Богом, и депутаты примут решение, соответствующее чаяниям православных христиан Иваново-Вознесенска. К молитвенному стоянию присоединились верующие, которые согласны с тем, что центральному проспекту и площади нужно возвращать исторические названия. В первую очередь православные христиане ратуют за переименование площади Революции в Георгиевскую. Это историческое название. Просто считаю недопустимым, что храм-часовня, который и ранее до революции там стоял, на Георгиевской площади, будет стоять сейчас на площади Революции. Как бы сама Матерь Божия будет стоять на площади Революции, ну, посвященным тем, кто как бы все разрушил, всю нашу государственность, сверг царя. И как бы вот это просто как бы такой вот необходимо это вернуть. То есть я целиком полностью за. Большинство согласных с переименованием говорят «да» только потому, что хотят жить в городе с красивыми названиями. Мое представление вот такое, что улицы должны быть вот такие. Они должны быть красивые, названия красивые, и сами улицы красивые, и тогда и люди будут на них жить красивые. Во время молебна продолжился сбор подписей в поддержку переименования. Уже завтра, 31 октября, депутаты Ивановской городской думы примут окончательное решение и поставят точку в вопросе, вызвавшем у горожан жаркие дискуссии и споры. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ, Иваново.